Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. Советы опубликованы на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что продукты к пасхальному столу должны быть свежими и содержать только натуральные ингредиенты. При покупке яиц следует обратить внимание на их срок годности, дату сортировки и внешний вид. Они должны быть чистыми и без трещин. При покупке кулича важно обратить внимание на состав. Отдавать предпочтение следует выпечке, которая не содержит маргарин, яичный порошок и подсластитель. Вместо них в составе должны быть указаны сливочное масло, яйца и сахар. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей. Специалисты Роспотребнадзора советуют отдать предпочтение натуральным украшениям – миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури и сухофруктам. Напомним, Пасху православные отметят уже в воскресенье, 8 апреля.